Этот ролик полностью состоит из скетчей. Чем быстрее вы наберете 100 тысяч лайков, тем быстрее мы выпустим следующий ролик. И не забывайте делать три посты. Поехали. Ботаник, я, конечно, думал раньше, что ты глиноместо еще тот. Но женился — это хорошо. Но зачем ты на какой-то жопе-то женился? Любовь? Зла. Вот знакомься, это наш первенец. Алёшка, крепкий как адамант, еле вылез. А это Вовка, резкий как понос, спортсменом будет. Ботаник, а ты знаешь, что общего у Панина и Луны? Нет. И там побывала нога человека. Молодец, Нил Армстронг. Чё? Баян это! А, это от меня, что ли, можно заразиться? Ну, и это тоже. А как же скетч закончить? Не смешно же? Скажем, что это метамодерн и прокатит! А, ну да. На это уже гусли. А сегодня мы будем пробовать самый острый орех! Пятый! Ясен хер! Самый острый! 13 миллионов сковелей! Не может быть! Пробуем! Ботаник, а ты хорошо целуешься? Да! Врёшь! Чё мне врать-то? Прям в губы умеешь! А то! ты чё трусы снимаешь? Ну, такое себе я тебе скажу. О, хороший знак. Зубы, зубы. Осторожно, они у меня болят. Отец педофил разговаривает с сыном. Сына, а ты знаешь, почему я тебя в детстве конфетами не кормил? Почему? Чтобы у тебя жопа не слиплась. Это рекорд! Жесть! Рекорд! Бать, смотри, я тиктокер! А? А? Вы набрали 20 лайков, а это значит, мы будем жухать друг друга! За 50 лайков мы будем пить лошадиное семя! Чего? Да ну! Ну чё, теперь прыгаем на бутылке? Да! Чур будешь литровая моя! Так, сейчас придет мамка и даст мне пизды за то, что я в школе курил. Что же мне делать? Что же мне делать? Я ей скажу, я же взрослый, я взрослый. Она придет, я скажу так впрямую, я взрослый. Я учусь в 11 классе, мне 15 лет. Так, все, я так и скажу. Так, сынок! Так! Не бей меня! Меня Сережка научил! Как правильно списывать? Может быть, я лучше выучу? Ботаник, что ты делаешь? Да тихо тебе, видишь, из-за меня девчонки ссорятся. Давай, девочки, давай! Мам! Тут какой-то петух кривляется в этой штуке. Не подходи к этой херне, там еще и проститутка есть. 3 часа ругалась с ней, кое-как переспорила. Вот папка придет, он покажет тебе. Пить будешь? Буду! Вот так она работает. Я дурак? Да! И вправду работает! О, падре! Я в Хогвартс уезжаю! За мной моя сова прилетела! Нарколыга, облупашишься всякой фигней! Вот тебе и кажется! Ну, тоже неплохо! О, Фавн, здорово! Да не, я со своим! Ты извини, я сегодня без Ашота! Сенсация! Театралка Профил вызывает макарошки с котлетками на бис. Всем нужен второй шанс.
Ну вот, сидели мы, значит, дрочили с другом. Он кончил, и вдруг мамка входит. Он растерялся и не знал, во что вытереть. И слизнул. Фу! Да. И что дальше было? Да, я больше не дрочу перед зеркалом. Ну ладно. Как гений чистой красоты. Что, забыл, куда заначку спрятал? Все книги перерыл? Решил заодно просветиться? Нет. Интернет выключили. Немцы ж вроде проиграли. Вон оно ты что захотел? Не, я не из таких. Хотя твой выбор я уважаю. Хотя хрен с ним, один раз живем. Теперь у нас у обоих тайна есть. Ферштейн? Ну и славно. Черная карта приближает вас к удовольствию. А ну, бля! Так пойдет. Все, падре, я походу того. Чего того? Гончарных дел мастер. В смысле? Дровосек. Точнее. Парень хоть куда. Ты педик, что ли? Сам ты педик. Я теперь мастер на все руки. Ремонтом задних мостов буду заниматься. А уродину свою куда? Хопнул за рог, не жей мне за рог. Лучше б я слепым был бы. Ебать она мерзкая. Не баба, а урод. Если есть пизда и рот, значит баба не урод. Все, не будь пенопластом. В смысле? Не раздражай, педик. Я нормальный, это ты у нас голубой. Нормальный я. Не люблю я эту всю голубую лагуну. Как ты можешь говорить, если не пробовал? Эх, дурак ты. Гомофоб. Не понравилось мне тот раз. Хуй ты мне лечишь. Слышь, усатый. Иди, жухнемся. Да, не сказать, что прям так сильно не понравилось. Слушай, ботаник, я оглушители могу чистить. Перепутали. Бросай оружие, моли об пощаде. Ой. Хуя ты Семёнычу дал прикурить. Ботаник, давай заводи свою шарманку, сейчас в доту будем играть. Да-да-да, ща! Фу, блядь, придурок. Ребята, я с вами. Комп включи. А, ну да. А знаешь, оставайся у меня на ночь. Хорошо, только спрошу разрешения. Хуй, блядь, у тебя уже в жопу смотрит. Знаешь, я лучше пойду домой. Ботаник, а ты знал, что мы суперагенты? Да ладно. Нет, я, конечно, догадывался. А главное, у нас есть всякие штучки-дрючки. В башке они у тебя есть. Ну, например, какие? У меня нанолинзы, а у тебя наночки. Опять в крови Бэтмена много. Тебе б клизму поделать. Вот, смотри. Ну, чё? Понеслась, родимая. Включай тоже. Ну, как тут? Ну, Ну, чё, работает? А? Да чё-то нифига. А нет, погодь. О, пошла маза. Что за херня? Ты чё ноешь? А её Стёлочка начал мутить, а её сегодня на трассе фура сбила. А ну, покажи фотку. Ух, бля, неудивительно. На лося похоже. Не ссы, существует же переселение душ. Чего? Ну, это когда ты сдохнешь и можешь переселиться во что угодно. Вот так вот. Чего-то? А вдруг в него?
всегда боялся признаться, что ты мне нравишься. Увидев первый раз тебя, я понял, что это судьба. Искра пробежала по всему телу моему и заставила мое сердце еще сильнее биться. Но, увы, мы с тобой только друзья. Я вижу, что эта дружба для тебя очень важна. Но хочу сказать, что сексом дружбу не испортишь. Давай начнем с поцелуя. Тебе вискас застрял в зубах. Ты моя лохматая сучка. Отбеливание ануса в домашних условиях. Взять скотч, наклеить. Кому это нужно?